Потомки древних рыбничан – трипольцы. В разное время здесь селились скифы и древние готы. Место-то рыбное, в буквальном смысле слова. Город так и назвали, как реку – Рыбница. Во время нереста сюда уходила рыба из Днестра. Ловить ее можно было чуть ли не голыми руками. Было три места. Это современный район Пушкина, потом Заречная и зона отдыха. Там было три места, люди спускали воду, вылавливали рыбу, потом ее продавали купцам, которые спускались по реке Днестр, велась торговля. В 1628 году Рыбница впервые упоминается на картах Великого княжества Литовского и Польского королевства. Эту дату и считают годом основания города. В 1793 году по второму разделу Речи Посполитой территория Приднестровья вошла в состав России. Рыбница находилась в составе Российской империи до 1917 года. В 1924 году Рыбница становится поселком городского типа. В 1938 году уже получает статус города. Во времена Российской империи здесь построили железную дорогу. Она и дала старт развитию города. Отсюда было легко перевозить товары и грузы. Строятся первые предприятия. В 1963 году главный центр Рыбницы находился внизу, был затоплен, было наводнение, было решено перенести центр в верхнюю часть города. И в 60-80-х годов началась застройка города, и город приобрел свой внешний облик. День рождения Рыбница отмечает 21 ноября, в день Архангела Михаила. Именно в эту дату открыли первую деревянную церковь. И сегодня святой оберегает Рыбницу. Архангел изображен на гербе и флаге города.